такую музыку слушали впервые. Жалко было сбивать настрой. На правах рекламы. Да? Сама. Не-не-не. Я художник, я лишь говорю, что ты. Ну, поехали. Прибавилось ли записка? Ой, прибавилось. Гагарин, куда ты все время едешь? Николаевич, давай, давай. Доченька, ну, надо не споем посвящение. Вот с этого начнем. Где-то в стране Невлеской кто-то вздохнет.
прячется в синеве. Ах, до чего ж свободно, ах, до чего ж просторно. Крепкий забор высокий, ниткой лежит внизу, пьяный от очищения. И собирая перья, вяжет из них сладкий кубиками, три штуки. Второе, томаты
астраханские. Дольками две штуки. Третье. Лук крымский кольцами. Дальше можно продолжать. Арбуз астраханский шашкой. Плюс. Четвертое. Масло с запахом семечек. Две головки. Две головки масла. Семечек. А это к луку относится? То так написано. А масло две головки — это хорошо, между прочим. И где же в народном творчестве петушок масляная головушка? Вот, значит, два петушка. Плюс песня «Агент Муха». Да-да-да, это еще, это правильно. Водка по вкусу. Отлично. Водка три головки. Это хорошо. Я жене покажу, что не зря я проводил тут время вместе. Хороший друг. Не помню, как песня называется. Продолжу. Как песня называется, не помню. Кто пел, тем более. Да песня, честно говоря, не очень. Спойте что-нибудь. Вот это образец для записки всех времен народов. В то время, я помню, такой Леша Брунов, есть исполнитель из Питера, который сейчас так кочует по миру, и на моих глазах он прислал записку Юрию Рыкову, другому гениальному исполнителю песни Юрия Гинзбурга. И стоит Рыков, поет вдохновенно. Приходит записку, он ее читает, как-то так продолжает дальше петь другую песню, и так гитара у него так раз, и уже как на бас-гитаре он играет, и что-то так, и потом говорит, ой, струна, что-то, извините, уходит за кулисы. Такой вопль за кулисы. В записке было написано, сам видел. Пора бы застегнуть все, что расстегнуто. А когда человек стоит с гитарой, он же не видит, то он как-то понимает, что как начинает он как-то уже фламенко, джаз-балалайка. В общем, не помню, как тема сегодняшняя гастрономическая в песне. Ощущение желудка, в который падает пища. А вот интересно, ощущение желудка, в который падает пища с праздничного стола. Вот, кстати, о чем песня? Не-не, свадьба там. Там есть внешние признаки все-таки радости с одной стороны и несчастья с другой. Я сижу на пеньке придорожного. Не, все хорошая записка, это не разноплановая. То есть, как говорится, собрались люди с разными диагнозами на болезнь. Это радует. В палатах в разных, но учреждения одно. Так, мы начали с лирики, сейчас мы немножечко поорем, потом полиричим. Знаете, вот так из огня, да, в полыми, вот, чтобы вот так вот. Как закалялась там. Николай, сейчас ты будешь петь в вашем огороде, так что не. Японскую просили, давайте с вами японскую. С японской народной музыкой, как всегда. Люблю страну я солнца восходящего. Она пришла в мой дом и не ушла. Ведь если что из жизни настоящего, так и все японские дела. Хитачи-тачи-тачи-тачи-таши-баши-баши-банутая Тойота, Хонда и Акай. Родному автопрому били кол они, и серп и молот где-то вдалеке. А мы хлебаем ложками не солоно, но палочками лопи под саке. Хамачи, мачи, 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 магура, гаки, сайко, и кура, и котако, и дайкон. Участок суши окружен водичкою, дискуссия, конечно, нова. Но я скажу вам дипломатичнее, есть в мире и другие острова.
кайда хоп, айда, кюсю хазю и хандоси копу, окинава и кикаи. Люблю страну я солнца восходящего, ведь без нее пропала я совсем. А с ней я живу по-настоящему, смотрю и езжу, слушаю и ем. Хи-та-ти, тач-тач-тач, ашива-шип-шива, будто я Тойота, Хонда и Акаи, хамачи-мач-мач-мач-магура, так и садю и кура, и кон-нарко, и дай-кон, хакай-да-хон, ай-да, кишу-качу, и хатоси-коку, аки-нама, и кикаи, что это было, Евгений Николаевич? Это было оно. Микрофон не работает. А жаль, придется перепеть. Первый раз вижу вообще все, что было сейчас. Первый раз. И слышу тоже. Ну, понятно, да. Знаете, я долгое время пытался пройти путь каравана. И где-то года два назад просто нашелся доброволец, была закуплена провизия, я был у своего друга в Саратове, у Тарасова, в НИИГИО «Локдаун». Помнишь, вот это шикарный был такой квартет, который в 70, дай памяти бог, в 6-м году стал лауреатом Грушинского фестиваля. И когда их вызывали, чтобы включить, он главный топрист в квартетах, в ансамблях, они в палатках мертвые лежали все из них. И Боря Вахнюк тогда сказал, им такое место дали, а они уже нажрали. Ну, тогда немножко другая груша была, там что-то молодые все были. Я говорю, по 6-8 городов проходил раньше. Потом, когда прошел 3 и упал, понял, что подкралась зрелость. Вот. И мы нашли добровольца, значит, продукты закупили, так расставили, длинный стол, камеру поставили. Я сел, начал петь «Каравары», так на 78. «По длинному шахту едва караван». Раз, раз, раз. Всего оказалось 7 рюмок водки. Правда, портвейн там немножко сгубит. Но человек с трудом дошел до конца этого. Знаете, это нечеловеческие какие-то страдания. Дошел, да. Потом мы из-за стола так вынесли. Эта пленка осталась, правда, нигде не показана. У меня она таится на диске, это слишком страшно. Гаджеты. Не знаю, сегодня петь, не петь, я не знаю, как это уже, честно. Не надо. Не будем сегодня петь. Знаете, оставим на потом. Я рассказал историю, что один человек чуть не пострадал. Так, ну сейчас у нас по программе, сейчас у нас песни такие шебутные. Какие у нас есть шебутные песни, с которых просили? Я зачитывал, ты запомнил? Хоккей. Да хоккей, ну когда уж я его пил. Когда уж, тех игроков уж нет. Кто сейчас скажет, Мартинец, Недоманский. Ну из присутствующих, может, 99% вспомнят. А в жизнь выйти? Уже нет, уже другие, понимаете. Это Тимур Султанович Шалова надо слушать, он поет. Хоккей 2 надо писать. Хоккей 2 и хоккей возвращается. Триллер такой. Нет, спортивный это после Сочи уже там. Я решил такую серию писать. Мои. Мои Олимпийские игры будут называться. Мои. Что будет там еще не знаю, но посмотрим. Гениальная история произошла, знаете, та семья, которая живет двумя этажами ниже, подарившая миру случай в лифте, вы знаете, не так давно, значит, моя возвращается с работы, глава семьи идет, в одной руке у нее 8 бутылок водки, а в другой 10 пива. И он так очень задумчиво идет по двору. Она встречает, здравствуй, Вася, что у вас праздник какой-то? Ответ просто гениальный. Да завтра твоя мать все разъезжается, а нам надо понять, за кого голосовать-то. То есть вот настолько политизированным наш народ не был, ну никогда. Вы что,
Только 8 бутылок даст возможность разобраться, собственно, за кого голосовать. И 10 пив. Но поскольку дело закончилось без драки, тихо было в подъезде вечером и ночью, значит, кандидат был единый выбран. Так что сегодня мы встретили у лифта, он был по-прежнему задумчив, так, мы все, твою мать, разъехались. Так что, я думаю, за Навального, наверное. После 8 бутылок пива. Ну, не за женщину, которая общается с динозаврами там, из города Самары. Славная женщина. Я бы за нее проголосовал сюда. Набрала она хоть 3-4 подписи. Вдвоем были бы. Так, Николаевич, и значит, мы вот после всего вышесказанного поем про митинги. А я на митинге хожу, стою у самой блитрибуны. Смотрю я кто во что обуться, речь слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят одни народные трибуны. И говорят. Один кричит, зовет она, звезда пленительного счастья. Другой кричит, у той звезды пересчитают мы все концы. Один кричит, ко всем чертям все эти органы и власти. Другой кричит, все эти органы и власти молодцы. А у меня с собой бутылочка зубровочки в кармане не дырявом. И я зубровочку из горлышка тихонечко точу. Я не хочу ни в центре быть, ни левым и ни правым. Я просто жить хочу, а чтобы нет, так не хочу. У телевизора сижу я, блин, у самого экрана. Смотрю я кто во что одет, программы все смотрю подряд. А на экране каждый день одни воюющие страны. И говорят. Один кричит, две пули в лоб, но полушарье не задело. Другой кричит, шары залил и сам наткнулся на кинжал. Один кричит, он пострадал за наше общее задело. Другой кричит, железный дух, боец кремень, кинжал сломал. А у меня с собой бутылочка перцовочки в стакане не разбита. И я тихонечко перцовочкой одна сварка лечусь. Я не хочу ни быть борцом, ни быть героем, блин, убитым. Я просто жить хочу, а чтобы нет, то не хочу. Человек совсем с ума сошел. А я на кухню захожу, сажусь у самой, блин, кастроли. Ломаю круг на черный хлеб и свою крупную солю. А за окном бушует жизнь и тихо гадят птицы гули. А я паломником ем суп и вас отчаянно люблю. За то, что такая смерть, как я прежде все такая. За то, что были вы всегда, а может и есть, а может нет. Гляди-ка, митинг за углом. Все, я исчезаю. Но выключают за собой я телевизор, хацете. Что-то, мне кажется, это вечная песня. Что-то вот как было это, не знаю, там, 30 лет назад, 20 лет назад, так и будет. От Моисея пошло. От Моисеича. У нас все барды, у нас Евангелие от Моисеича. Как-то в Хайфе, по-моему, было, захожу, ну, были в гостях, и захожу в туалет, и там табличка такая, в клопах нашего дивана течет кровь лучших бардов России. И клопы такие, держат, когда солнце греется, над каждым зонтиком. Пивков блюдечки. Клоп, пьющий пиво, это что-то новое. Так, пошутили, пора и честь знать вообще. Давай. Домой. Нет, просили песню, между прочим, и мы ее споем. Трехколесный, извините, Сузанку. Трехколесный.
колесный со звонком, детство, фотография желта, старость, нос морковка, снежный ком, детство, две морщинки возле рта, старость, через лужу за мечом, детство, что там светит за окном, старость, паутинка паучок. Дальше могли года деться, что-то мало их совсем осталось. Разбросало их везде детство, да не может отыскать собирались рваные еще поставить по власти. Ладно, сейчас дойдем до этого. Старушка, братцы,
чего правда нужно умереть. И мы чеканим шаг побатальонно, держа равнение строго на закат. И воздух рвут лихие музыканты, и небо недалекое светло. Мы не герои, не оккупанты, мы просто те, кому не повезло, что родились мы здесь настолько и тогда, и жить нам отпустили только треть. Сначала правда нужно умереть. Года летят, как трассеры ночные, а мы сквозь них идем, и путь далек. А через нас спешите вы, живые, не зная, что как только выйдет срок, катятся небесные куранты, в июле упадет на землю град. И не герои, и не оккупанты, закончит свой невидимый парад. И мы родимся здесь во столько и тогда, и проживем две жизни заодно. И будут наши душеньки крылаты, наши душеньки крылаты, и будут наши душеньки крылаты, и улетят на новую войну, и улетят на войну. На реке огонь горит, на барже матрос стоит, и
я машу ему рукой, словно в детстве. И моржа прошла уже, и спокойно на душе.
часть этой любви. Это ж только с виду, вроде бы стена.
все хочется смеяться. Дорогая сигарета, пальцы жжет. В голове там тараканов тесновато. Тихо капает года, и жизнь течет. А вода, она ни в чем не виновата. Серебристый малый рынка, юность буйная прошла. Лишь торчат в трясине зыбкой два потерянных крыла. И тик-так, тик-так, будильник не захочет разбудить. Где ж дружок, а мой собутыльник, чтоб напиться и забыть? Чтоб напиться, биться, биться, о, что-то и приснится. Так, «Зеленое небо» поем все вместе, правильно? Я не пою. Ты поешь последний куплет, ты зажигаешь, Николай. Просто я сегодня так это... Ну, должен же быть у тебя оппонент, ты хочешь, чтобы разговор шел. Я только в этом смысле, так я вообще так, за... поддержать разговор? Ну, давай, значит. Как много лишних нот. Небо соленое по речной, пароходик, оплывающий свечной, как положена труба над нею двери, только дым слегка недвижен, а над ней зеленое небо, красные облака. Все знают эту песню, а так хотелось много рассказать нового. На песочке, не на сладком загаречкой, целовались мы украдкой загаречкой. И зажмуривалась робкая луна, и тихонько освещала. Поют, Байконур знает, что он поет. Здесь что-то как-то вот, как-то, значит, зеленое небо, это образ на самом деле, понимаете? Тот, кто поет эти, на первый взгляд, простые слова, на следующий день, поскольку песня заряженная, получает несоизмеримо больше, понимаете? Это же, это просто, ну, скажи, Николай. Вот Николай Шпиковский. Поэтому... Слушайте тот край и постарайтесь перебить его, чтобы вся эта аура, понимаете, да, зеленое небо, красное... Три-четыре, так пою только этот край. Зеленое небо, красное... Так, за счет заведения на этот край. Вон там еще таится, знаете, ложа правительственная. Она так тихонько сидит в темноте, думает, что не видно. Все видно. Сейчас +2, 25 наденем, да? Но
получится. 3, 4, 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 4
красная молока, а дождь расти не было у чудака. Зеленое небо, красная молока. Жизнь вернулась в этот край. У чудака. Еще одна моя попытка последняя. На листе, не на кленовом, на пустом. Кто-то видит все, что забудется потом. Кто-то видит, что прошло, да не забылось. С кем-то рядом, с кем-то вместе, с кем-то вновь. Зеленое небо, красное облако, а больше расти не было у чудака. Зеленое небо, красное облако, как громко поет от края. И все с Николаевичем, а зеленое небо, красное облако, а больше расти не было у чудака. Зеленое небо, красное облако, а больше расти не было. Запоминайте первое и последнее, но это было предпоследнее, последнее. Вот спасибо, что вспомнили песню «Я сижу на пеньке», потому что что-то в последнее время она так мне понравилась опять, и я ее довольно часто и пою. Но это такая уже финалистическая песня, я бы сказал. Я сижу на пеньке, придорожном, и в небо смотрю. Одиноко прекрасные пустые птицы парят. Опускается небо к земле и рождает зарю. Поднимается небо с земли и рождает закат. Время легкой птицы спешит, а похалым крылом осеняя лето. Чем я, в чем провинился тогда, что теперь не дано мне лето? Воздух призрачно зыбок, и в нем каждый камень курган, под которым неведомый след в потаенном лесу. Опускается небо к реке и рождает туман. Поднимается небо с реки и рождает росу. Время легкой птицы спешит, а похалым крылом осеняя лето. Чем я, в чем провинился когда, что теперь не дано мне лето? Обрывается след тормозной, тишина впереди. Сигаретный дымок по закатному вьется лучу. Поднимается небо со мной, замирает в груди. Поднимается небо со мной, неужели лечу? Легкой птицей спеши, а махала крылом осеняя лето. Чем я, в чем провинился когда, что теперь не дано мне время? Легкой птицей спеши, а махала крылом осеняя лето. Чем я, в чем провинился когда, что теперь не дано мне лето? Спасибо. Евгений Выков. Спасибо. Бог даст еще. Плохой любовь. Вот как кричать, так вы схожи прямо, да? А как петь, так Байконур впереди планеты всей.
с нее на полюшку лупит пулемет и лежит на полюшке сапогами к солнышку с раз такой-то матерью наш геройский взвод. Мы землицу лапаем с куриными пальцами, пули, как воробушки, плещутся в пыли. Дмитрия Горохова да сержанта Мохова эти вот воробушки взяли да нашли. Тут старшой Крупенников говорит мне тоненько, чтоб я принял смертушку за честной народ, чтоб на колоколенке захлебнулся кровушкой раз такой раз один этот сукин кот. Я к своей винтовочке крепко штык прилаживал, за сапог засовывал старенький наган. Славу третьей степени да медаль отважную с левой клан сторонушки глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарик просит, мне старшой Крупенников фляжку опростал. Я ее испробовал, вспомнил маму родную, да по полю ровно быстро побежал. А на колоколенке сукин кот занервничал, стал меня выцеливать, чтоб наверняка. Да видать, цариночка, малая песчиночка в глаз попала лютому, дернулась рука. Я винтовку выронил, да упал за камушек, чтоб подумал вражина, будто зацепил. Но он, видать, был стрелянный, сразу не поверил мне и по камню камушку длинно засадил. Да, видно, не судьба была пулю мне отпробовать. Сам старшой Крупенников встал как на парад. Сразу с колоколенки и весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Сразу с колоколенки и весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Горочки, пригорочки, башни, колоколенки, что кому назначено, чей теперь черед. Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшко да геройский взвод. Рана не зажитая.